Все и так уже научились готовить ажурные блинчики и три стакана, поэтому расскажу рецепты несладких блинов для полноценного приема пищи, а не просто к чаю. Сырные, с мясной поджаркой, картофельные с фаршем и зеленью. Досматривайте видео до конца, будет вкусно и аппетитно. В моей семье все очень любят блинчики. Если у вас тоже, то это видео вам обязательно пригодится. Я буду готовить сырные блинчики с зеленью. В глубокую миску выливаем молоко, вбиваем яйца, добавляем сахар и соль, перемешиваем. Муку смешиваем с разрыхлителем и просеиваем в миску с тестом. Опять хорошо перемешаем. Натрем сыр на терке. Укроп мелко нарежем. Все перекладываем в тесто. Добавляем чеснок, пропущенный через пресс. Вливаем растительное масло. Жарить блины можно на сухой сковородке, либо на растительном масле. Готовые горячие блинчики смажьте с одной стороны сливочным маслом, тогда они станут еще вкуснее. Кто вырос в деревне, знает, что фирменное блюдо наших бабушек – толстые блины и мясная поджарка. Давайте вспомним детство вместе. Обжариваю грибы с луком и свиной грудинкой. Добавляю соль, перец и зелень. Отделяю белки от желтков. К желткам добавляю кефир, сметану, муку, растительное масло, сахар и соль. Перемешиваю. Белки взбиваю до пиков, соединяя содержимое обеих емкостей. Пеку блины на сухой сковородке. Как вам такой вариант старого рецепта? Готовьте с душой для любимых. Пусть самые лучшие воспоминания приходят не только во время просмотра семейных фотографий, но и со вкусом блюд из детства. Картофельные блины в ризоль внесут разнообразие в ваш масленичный стол. Картофель, лук и чеснок измельчаю блендером с небольшим количеством молока. В отдельной емкости просеиваю муку, добавляю соль, яйца и молоко. Замешиваю жидкое гладкое тесто без комочков. Соединяю картофельную массу с тестом, вливаю растительное масло и обязательно много зеленого лучка. Пока тесто отдыхает, готовлю начинку. Фарш, соль, черный перец, тертый чеснок, холодная вода, свежая петрушка. Начинка готова. Иду жарить блины. Вливаю тесто на сковородку. Через 1,5 минуты переворачиваю блин. Накладываю начинку и размазываю почти до краев. Снова переворачиваю блин и держу на среднем огне пару минут. Этого вполне достаточно, чтобы фарш успел приготовиться. Горячие блины сворачиваю в ризоль и подаю со сметаной. Приятного аппетита! Уверена, этот вариант блинов вам понравится. Надеюсь, блинчики по моим рецептам украсят ваш масленичный стол. Напишите в комментариях, какой из вариантов будете готовить. А чтобы не пропустить новые видео, подпишитесь на канал. Буду снова ждать вас на моей домашней кухне.